Проходит фестиваль по традиции в самом центре Сочи. Участники кинотавра уже прибыли в город. Фестиваль начал свою активную работу. Я напомню, в основную программу нынешнего 27-го кинофестиваля вошли 14 картин, из них сразу 9 дебютов. Фильмом открытия будет лента «Петербург только по любви». На площади у Зимнего театра уже развернут кинозал под открытым небом. Каждый вечер до 13 июня на большом экране здесь можно будет бесплатно увидеть новинки российского кино. Фильмы «Экипаж», «Пятница», «Самый лучший день», «Супер Бобровы», «8 лучших свиданий» и другие. А также мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк 3» и «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Кстати, автобусы в дни кинотавра будут ходить до 2 часов ночи. Продлена работа маршрута в номер 1, 3, 17, 22, 38, 41, 43, 87, 92, 95, 110, 122, 124С и 125С. Список маршрутов можно найти на нашем сайте fkt.com. Кроме того, напомню, что до 16 июня будет закрыт проезд и стоянка машин на Театральной площади. Также временно будет ограничено движение транспорта. Сегодня, в день открытия, и 13 числа, в день закрытия кинотавра, с 15 до 24 часов по улице Театральной от пересечения с улицей Орджоникидзе.